Ассаламу алейкум, мәнім әсәм вәтәнләрім. Здравствуйте, дорогие друзья и дорогие мои слушатели. Сперва хотел обратиться к своим подписчикам, слушателям и друзьям. В связи с тем, что в последнее время на мой адрес поступает очень много жалоб, недовольств и претензий с их стороны. Из-за того, что я очень редко делаю такие вот голосовые ролики. Но, родные мои, вы тоже учтите одно обстоятельство. То, что вот сегодня у нас во дворе лето, жара, люди отдыхают, люди путешествуют, ездят к морю. Может, из-за этого у меня тоже наступил такой период лентяйства. Но на будущем я постараюсь выполнить ваши вот эти пожелания. И сделать почаще такие ролики, только при одном условии, что если будут хорошие темы. Хотел вам напомнить, что если нет хорошей серьезной темы, я не могу сделать голосовые ролики. Это не мой стиль. Ради чего-то вот выйти каждый день в эфир, отнимать у вас времени, у меня нет такого желания. И это не мой стиль. А так, наверное, будут у нас впереди хорошие темы. Я постараюсь почаще сделать такие голосовые ролики. Если во дворе лето, сейчас жара, вспомнил один анекдот такой, как раз к этой теме. Над океаном летит самолет, доставляющий пассажиров на тропический курорт. Командир воздушного судна обращается к пассажирам. «Там и господа». Наш полет проходит на высоте 10 тысяч метров. Примерно через 5 часов мы прибываем. И вдруг вот такую вежливую триаду прерывает дикий крик. Ай, черт побери. И дальше несколько нецензурных выражений. Наступает пауза. И через несколько минут в динамиках тот же голос. Уважаемые пассажиры, приносим извинения. Просто стюардесса пролила мне на брюки горячий кофе. Это небольшая неприятность. Но, к сожалению, мои белые брюки спачканы спереди. И в это время в салоне раздается голос одного из пассажиров. Вот пижон, а! Видел бы он мои белые брюки и сзади. А к чему я все это, вот этот анекдот рассказал вам? Давайте сейчас по порядку я вам объясню. Во времена президентства Сержика Саркисяна в Армении существовал такой дуэт. Дуэт Сержа Саркисяна и министра обороны Армении Вигена Саркисяна, которые постоянно пели свои песни. Сегодняшний день, после того, как пришел Никол Пашинян, этот дуэт трансформировался уже в квартет. То есть их стало уже 4 человека. Кто они такие? Это, во-первых, премьер-министр у них, Никол Пашинян. Министр обороны Давид Танаян. Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арасрун Аванесян. Наш любимчик, который постоянно врет. И, наконец-то, вот в последнее время к ним как-то приблизился министр обороны, так называемый, Нагорного Карабаха, Мнасаканян. Их стало уже 4. То есть составили они квартет какой-то. И решили сыграть на рояле тоже, что и раньше. Что вот пели, что играли Сержик и Виген Саркисян. И опять же, без присутствия армянского народа. Суть и мораль этого музыкального шедевра не изменился со времен появления первых армяноидов даже. Теперь вот этот квартет взял на вооружение ноты из песен нацистской Германии и трактаты великого китайского военного теоретика Сун Цзы. Давайте посмотрим, какую песню-то они поют. Начнем давайте сперва
с премьер-министра Никола Пашиняна. Вот слова его песни-то. Армяне всего мира не пожалеют сил для ответного удара, если потребуется. Любой армянин в любой точке мира должен быть готов оставить все и быть готовым встать на защиту нашей Родины. Вам, ребята, знакомая вот такая идея? Это же продолжение идеи песни Вигена Саркисяна с Сержем Саркисяном. Помните идею «Нация, армия»? Они вот хотели обратиться всем армянам всего мира, чтобы они возвращались в Армению. Хотели создать великую армянскую армию. Это же ноты из песен нацистской Германии. В свое время тоже Германия тоже обратилась ко всем немцам всего мира, чтобы они вернулись в Германию. Но Никол Пашинян не учитывает здесь только одно, что в нацистской Германии само государство кормило, обувало и одевало народ. Вот они приглашали всех немцев в Германию и сами кормили, обували и одевали народ. Поэтому с приходом к власти нацистов Германия стала ведущей мировой державой, как в экономическом, так и в военном плане. А у нашего квартета одна только идея, которая опирается на пропасть. И в отличие от нацистской Германии, армянский народ, сам оставаясь голодным, кормит, одевает и обувает армянский квартет. Разницу чувствуете, ребята? В Германии государство само кормила, обувала и одевала народ. А тут все наоборот. Народ, оставаясь голодным, кормит, одевает и обувает вот этот квартет. И возникает тут естественный такой вопрос. Ну, чем вы будете поднимать экономику и развивать армию? Задрав вверх юбку и показывая стриптиз для России и Евросоюза в надежде щедрой оплаты. И вообще-то он подумал, когда вот спел эту песню-то Пашинян, что будет, если мы обратимся всем азербайджанцам, которые живут по всему миру, и если вдруг больше 50 миллионов азербайджанцев по всему миру ударят по армянству. Вы можете себе представить, что тогда будет-то, господин Пашинян? Ну, хотя вряд ли вы поймете все это. Вы еще не доросли до этого. Давайте сейчас посмотрим, послушаем песни следующего члена этого квартета. Так называемого министра обороны Нагорного Карабаха Мнацаканяна. Что он заявляет? Вы, наверное, об этом знаете. Везде уже всюду об этом писали. Он заявляет, что Мингачевистская ГЭС как цель включена в тактические планы армянской армии. То есть угрожает нас, в случае чего они будут разрушать Мингачевистскую ГЭС. Хотел бы здесь довести до его сведения. Тебе известно, господин Мнацаканян, что система противовоздушной обороны и противоракетной обороны Мингачевирского водохранилища самое лучшее не только в Азербайджане, но и во всем регионе. Артиллерия вы ее не достанете. А если достанете, никакого вреда она ей не принесет. А вот хотя бы для малейшего повреждения вам необходим массированный удар ракетными частями. Вот и посчитай. Сколько нужно ракетных систем и ракет для массированного удара? И мой тебе совет. Учи инженерное дело. И ты поймешь, сколько нужно выпустить ракет и снарядов, чтобы вывести из строя это водохранилище, которое рассчитано на 10-бальное землетрясение. И при расчете не забудь систему противовоздушной обороны и противоракетной обороны, а также упреждающие удары со стороны Азербайджана. И еще одно «но».
Учти, а вот Нецаморской атомной электростанции, вашей, мы можем вывести из строя. Только ты не думай, что мы будем наносить удары по ядерным реакторам. Достаточно вывести из строя распределительные станции, исходящие из этой станции. И тебе открою секрет. Они уже давно пристрелены. И как только начнется, так и так сразу шандарахнет. Очередной член квартета Арасулун Аванесян решил не в тему пошутить с Нахчеваном. Начну с успешной операции наших войск по освобождению села Гунют и стратегической высоты Кызылгая. Да? Наверное, вы знаете об этом. Есть у меня ролики и много информации об этом. Этот Арасурун, а также и другие члены этого квартета, хотят свести на нет значение этой операции, заглушить свой народ армянский, чтобы они не пели. Скажу коротко. Если вы военные, то вы поймете, какое значение имеет освобождение этих территорий. Подумайте, какие благоприятные условия создают эти новые позиции для выдвижения, развертывания и занятия исходного положения для наступления наших войск. А ведь оттуда рукой подать до автомагистрали Ереван, Горис, Лачин и Ханкенди. Армия, дислоцированная в Нахчеване, способна сковать очень много сил и средств ваших, даже весь оперативный резерв, подчиненный центру. А вот насчет ордубатского направления, этот Арасурун взял слишком высокие ноты, не рассчитав свои возможности. Этот фотогеограф не знает, что весь Мегринский район вплоть до Зангеланских гор контролируется и обстреливается из всех видов оружия, имеющихся на вооружении вооруженных сил Азербайджана в Нахчеване. И, наконец-то, последние слова песни министра обороны Армении Давида Танаяна. В случае войны мы применим весь свой арсенал. Азербайджану не будет позволено сохранить за собой монопольное право определять место, время и масштабы эскалации ситуации. Молодец! Молодец! Браво, браво, Давид Танаян! Он знает, откуда взял эту ноту-то, вот которую я говорил из китайского теоретика Сун Цзы. Когда-то он отметил, что если ты слаб, покажи себя сильным. Вот Танаян поступил так, он хочет показать себя сильным. И неужели он думает, что азербайджанская сторона не принимает во внимание весь арсенал Армении, а? Да будет тебе известно, господин Танаян, что Азербайджан закупает сверхсовременное вооружение не потому, что у него много денег, а с учетом вашего всего арсенала и создания многократного превосходства в соотношении сил и средств, как в качественном, так и в количественном плане. За счет этого превосходства весь ваш арсенал будет выведен из строя в районах постоянной дислокации или же в районах оперативного применения еще до начала активных военных действий. Может, ты не знаешь, что во все времена истории именно наступающий выбирает место и время наступления. А ты еще надеешься на какую-то эскалацию? Успокойся. Большей эскалации не будет. Будет война. И открою тебе тайну о месте и времени. Она начнется в обед и по всему фронту. Так что берегите свои белые брюки и сзади, чтобы не спачкаться. Понятно вам, да? Вот весь ответ мой вам. У меня все, ребята. До свидания. До новых встреч, друзья. Boşalmalı vermeni kulduranım torpak. Ki bunun geleceği, bunun geleceği.
Bak bu körpenin geleceği işte bu. Bence vatan oğlu vatanı korunmalıdır. Bunun ne dahi var? Harbiden olur olsun. Öz yerinin, öz babasının korunmalıdır.